Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня мы с тобой посмотрим немножечко Gunpla, совершенно одну песню, да, потому что потом мы посмотрим побольше, но сегодня решили пока одну, это пацаны 2, да, мне рассказывали про пацаны, но мы сегодня определимся именно с пацанами 2. Посмотрим текст, изучим флоу, подачу, манеры, потому что мне говорили, что здесь какая-то интересная фишечка, да, и мы ее обязательно с тобой найдем. Я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. Курю дерьмо, это сочная сатипа. Перу микро, рифмазарев мы даем. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. Шот тает в голове, ты один, я один, он один, и каждый наедине. Пойму, стану сильней, что я одинок, и один буду лежать в земле. Тени ползут по стене, как стене, как тону постепенно, теперь на теперь. Моргаю веками, не вижу никого. Курю крапиву букетами, Влада, что это за методы? Я не знаю, я летаю, для них я не досягаем. Даю дымом от сигарей, сладкий туман забери, боль. Взорвало меня не видно, я готов быть я угодно. За пределы лима. Курю дерьмо, это сочная сатипа. Перу микро, рифмазарев мы даем. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. Курю дерьмо, это сочная сатипа. Перу микро, рифмазарев мы даем. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. И, наверное, все это сон. Просыпаюсь ночью в голове огонь. Это позвоночник, я сэр, все на кон. Или идешь на кон. Одним из 100 000 таких же людей, у которых душа грязнее, чем у свиней. Затылок ласкают лишь языки змей. Я ведомым, что с меня сделай слабей. Чтобы быть на высоте, Ким танцует на воде. Мы тусуем целый день. Дуби дымится в кругу друзей. 132, дай им знать, для чего мы здесь. Больше не держу обиды на тех, кто другой путь выбрал. У каждого своя битва. Время как Акама бритва. Пока бокалы полны, во мне нет ни капли уныния. Пацаны знают коны, улицы знают их именно. Пачки ниже дружбы именно. Кто зажег огонь внутри меня? Когда с виду был как мумия, мы растем, я буду либидо. За команду стоит так принято. Клэм до гроба, ля фамилия. Курю дерьмо, это сочная сатипа. Перу микро, рифмазарев мы даем. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют сзади. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. Курю дерьмо, это сочная сатипа. Перу микро, рифмазарев мы даем. Знайти со мной братья, я готов за них порвать. О такой дружбе я мог бы только мечтать. Зачем все деньги, если не с кем тратить? Нужен совет платина, не сможет дать его. Цифры никогда не прикроют. Зачем тебе фэм, он не даст тебе взять это. Прикольно, знаешь почему? Потому что здесь помимо шкатулочки вот этой, которую мы с тобой слышали только что, да, здесь еще был какой-то мотив, да. Но вот эта шкатулка, она такая, знаешь, приятная, легкая, мелодичная, но мне тут подсказывает Genius, говорит то, что есть пацаны один, который есть скримачок, и я даже думаю, блин. Знаешь, на самом деле мы с тобой послушаем его, вот этот трек «Пацаны один». Потому что у меня есть скримак, значит, там есть какой-то, знаете ли, энергичный aggression drive, да, я люблю такой, мы с тобой его послушаем, но в другом треке, в другой серии, вместе с другими треками, все, заговариваюсь, но... Я поняла фишку из всего этого трека, но мы все равно сейчас еще потыкаем на серые штучки-крючки, знаешь ли. А фишка в том, что у него есть вот это вот друзья, да, и он им воспевает, так сказать, вот это вот уважение, да, дань друзьям, говорит то, что зачем деньги, если не с кем их тратить, да, есть вот со мной братья, вот мои пацаны, и мне не нужна цифры вот эти вот, рейтинги, да, цифры,
места, да, и все равно не дадут ничего такого осязаемого, кроме как потешенное эго, да, или инфейм тоже не сможет ничего такого предложить, кроме как более там, фальши, да, фальши, ну, иногда может предложить, а чаще всего нет, и в итоге он поет об этом, да, и причем, знаешь, он реально поет, да, и, например, первая часть припева он вот читает, а там вот следующие уже немножечко с обработкой, да, и вот это так красиво звучит, прям вот нежно, под, знаешь, не то, что нежно, вот именно приятно, да, вот как-то вот круто, да, вот именно такое, знаешь, от таких текст песен мурашки появляются, да, такие какие-то вот особенные ощущения дает, и плюс еще, знаешь, не просто вот он читает, да, вот именно как-то экспериментирует, показывает и так, и так, и вот так, и она звучит хорошо, четко, ясно, но ой, давай потыкаемся на припев. Давай потыкаем, например. Вот сюда тыкнем, посмотрим. Ага, Флада говорит о том, что деньги, слава и успех никогда не заметят настоящих друзей. В шоу Писка Флад говорит о том, что все его галатиновые награды от Лейла бесполезная пластмассовая фигня. Это мы с тобой посмотрим обязательно в Писку. Мы с тобой любим ее смотреть, но давно не смотрели, посмотрим с ним. Ну, вообще, да, по сути, да. Вот, награды это все. Ну, как бы вот награды потешат самолюбие. Да, да, бывает и такое. И, знаешь, чаще всего, если ты чего-то хочешь получить материально, ты получаешь это, и потом тебе как-то, ну... О, ты знаешь, кстати, я тебе расскажу, вот недавно... недавно вычитала то, что вот если ты стремишься... Вот есть такие две мозгу идеи. То, что я хочу получить, то, что мне нужно получить. Да? Например, если я получаю... Я становлюсь искренне счастливым только от того, что когда я получаю то, что мне нужно. Да? Например, что если хочу я, знаешь ли, какой-нибудь платиновый диск, да, вот просто хочу, вот сил нет, да, его получаю, у меня нет никаких эмоций, чувств. Ну, знаешь, как бы, как должно это. Не то, что как должно, а типа, ну... Хрень какая-то, пластиковая фишка, да. А, например, у меня нет дома, я бомж, да, и получаю дом, потому что мне нужен, я искренне счастливый, потому что вот мне это реально было нужно, да. То есть, как бы, счастье выходит из того, что я получаю то, что мне нужно, а не то, что я хочу, да, моя хотелка, которая чаще всего навязанная чем-то, кем-то, или еще другими местами. То есть тут вот как раз вот эта фишка и раскрывается. Больше не держу обиды на тех, кто другой путь выбрал, у каждого своя битва. Ну, тут, скорее всего, да. Superior Cat Proteus. Сейчас другой же. Потому что, знаете, кое-какие конфликты распался с Sabbath Cult, в котором стоял Саша и его друзья, ныне находящийся в составе Глангогу. Ну да, здесь вот именно обсуждается тема дружбы, да. Ничего себе, представляешь себе. Тема дружбы – это тоже очень интересная фишка. И я хотела бы подробнее остановиться на именно пацанах, да, я думаю, то, что там такой же текст, поэтому мы с тобой пока его полностью разбирать не будем, оставим, так сказать, секреты, чтобы разобрать и конкретнее все серьезнее понять, вот так вот. Если тебе понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом треке, и до новых встреч, пока-пока!